мне позвонили из администрации муниципального образования городского округа Керчь и пригласили 16 числа на встречу с главой администрации к 10 часам утра. 14 числа я перезвонил в администрацию, уточнил, все ли остается в силе. Информация эта была подтверждена. Более того, было уточнено, что встреча должна проводиться. Сама встреча инициирована Советом Министров Республики Крым. Сегодня мы после этого позвонили из Совета Министров и попросили откомментировать, назначена ли нам встреча, какие вопросы будут решаться. Я все подтвердил. Сегодня мне надо отзвониться. Кроме того, помощница Владимира Андреевича Константинова звонила, уточняла все наши вопросы и просила тоже отчитаться в Госсовет Крыма по итогам сегодняшней встречи. Сегодня мы пришли к 10, Сергея Вадимовича не оказалось на месте. Нас никто не предупредил о переносе этой встречи. Но это просто неуважение, учитывая то, что жители поселка Героевки много лет бьются над решением этих всех вопросов и кроме обещаний ничего не имеют, могли бы хотя бы предупредить. Глава администрации, мы ставили вопросы перед ним. Вот он обещал нам выполнение этих вопросов, да? Поэтому мы хотели бы от него услышать ответы на поставленные вопросы и его обещания. Его не будет. Да? Да, хорошо. Тогда где это? Что тогда вы предупредите, что мы не пойдем на прием. Нам нужен глава администрации, мы проинформируем совет министров о том, как с нами обращаться. Мы уже будем принимать решение. Какого хрена я сюда ехал, мчался на этот прием?